Личка, дорогая, приветствую тебя и всех сердечно приветствую, кто смотрит этот видеоотзыв о курсе Theta Healing, который провела Лия в Петербурге. Я прошла и базовый, и продвинутый курс, поскольку это связано с моей профессиональной деятельностью, это было для меня как повышение квалификации. Поскольку я была психологом официально, и теперь я официально целитель, я мечтала об этом, потому что психологом себя никак назвать не могла. Я как психолог не работала, я вот как раз много работала с энергиями, но у меня было недостаточно знаний, больше интуитивно я работала и не всегда хорошо могла понимать, и сейчас вот я осознаю, что я не всегда могла настолько глубоко копнуть, насколько ты нас научила на курсе идти еще в более тонкие структуры. Вот. И смотреть на твое мастерство тоже было огромным опытом. И который я сложила в свою копилочку для своих клиентов тоже, чтобы использовать это все. И я волнуюсь. И атмосфера потрясающая, которая была на курсе. Просто это волшебные были 6 дней, наполненные. И еще очень важно то состояние потока, в котором я пребываю с начала и курса и до сих пор, и мое состояние внутреннее поменялось, в том числе благодаря проработке и проработкам, твоей вот проработке. Это тоже безмерно важно, что ты с каждым из нас поработала, это круто-круто. И то, что мы сами друг друга прорабатывали, да, и то, что уже на курсе у нас были волшебные результаты, поэтому это просто фантастика. Я проводила медитацию для своих девочек. Мы там проводим по здоровью. И они вообще заметили разницу, что у меня поменялось состояние, что у них тоже более крутые ощущения, когда я веду их медитацию. И клиенты тоже, что интересно, пошли. Вот почему-то, когда я была психологом, у меня были все время какие-то тормоза. Видимо, потому что я не ощущала себя психологом, не могла предлагать как себя как психолога. Когда я вот запустила, что я как целитель, как тета-практик, открываю свою консультационную деятельность, то у меня пошли запросы, ну, видимо, потому что меня больше любят и знают, как те, кто приходил на мои медитации, и вот им нравятся те состояния, в которые они погружаются со мной, и сейчас они стали еще более крутые, и еще более крутые осознания, какие-то трансформации. Вот я провела 2 консультации, получила уже волшебные отзывы, очень рада вместе со своими клиентками, что мы так глубоко пошли и так трансформировали, и насколько это все теперь легче, потому что все-таки я понимаю, что я старалась через себя, через свою энергию тоже какие-то вопросы решить, и периодически уставала. А тут, поскольку ты работаешь как просто свидетель, и все идет через поток Творца, то, конечно, каждая сессия она наполняет еще больше и меня, и клиента. И, конечно, это не сравнится с психологией. И, кстати, у меня есть одна клиентка, которую я спрашивала, почему ты продолжаешь быть со мной. Она прошла там довольно много всяких разных психологических направлений, ну, вот таких консультаций. И она сказала, что, Карин, мне нравится, что
Вот я не выхожу какая-то раздробленная после этих консультаций, что что-то надо все время копать, копать, и потом хочется плакать, и как-то все плохо, и сплошная безысходность, еще сколько лет там копать. А тут вот эти состояния, к которым мы приходим в конце каждой консультации, я вижу, что результаты, мне надоело уже копаться в своем прошлом, тут тоже как бы мы копаемся, но тут, поскольку происходит мгновенное исцеление, то через это, наоборот, открываются ресурсы, это круто. В общем, я долго уже говорю, всех приглашаю на курс Лии, потому что она невероятно круто передает информацию, очень внимательно каждому студенту, очень заинтересована в дальнейшем росте, особенно если вы профессионально собираетесь идти по этой стезе. Леечка очень помогает, поддерживает, дает всю необходимую потом информацию, еще которой начинает не хватать, да, когда начинаешь практиковать, поддерживающие вебинары для нас проводят специально. И то невероятное количество любви, которое струится через нее к сердцу каждого студента, и не только, к сердцу каждого человека, с которым она взаимодействует, это, конечно, одно это очень дорогого стоит. А еще те чудеса, которые она в своей жизни создает, творит, сотворяет в сотворчестве с Творцом. Это получилась скороговорка. Они тоже очень вдохновляют и открывают новые возможности и для меня, ну, открыли, по крайней мере, новые возможности для меня и для моих клиентов, соответственно, потому что я начала видеть гораздо больше возможностей их исцеления, что те, допустим, вещи, которые я думала, что они неразрешимы, они теперь становятся разрешимыми, и появляется надежда, которая вырастает в веру, что наши возможности действительно безграничны.